Ой-ой, всем здравствуйте, танцовщицы и танцовщики, да, пришли? Ой-ой-ой, милота моя неземная, сейчас даю, что они так просят? Печеночку нашу домашнюю, которую мы и делали, ой-ой-ой, пирожки маленькие, пираньи, да? Ой, выбили из рук. Сейчас, Милусечка, Донечка, конечно, феюшка. Ой, тихо, тихо, Катя. Господи, сихунька, не торопитесь, милые, не торопитесь, а. Ну что это за погрызушки такие, а? Мои зверушки, не торопись. Я, Люська, ня-ня-ня, девочка. Тя, Катють у меня. Тетя Коль, а пусть, а ты чё? Ты чё? Да-ня-ня. Да. Бегусь, ты куда все хватаешь, а? Вот, а тут... Феюшка, умничка, дядь. Шихунь, а что ты подавился аж? Иди ко мне. Что, все хорошо? Господи, зачем так нервничать-то? Я разве ж кому-то когда-то не давала? Разве ж такое было? Господи, бусеночек, бусик. Бусечка, няня. Бегусик, на. Вот. Тут девочка красотулечка лежит, да? Господи, какие волнительные все. Все какие волнительные. А здесь что за погрызун? Что им за маленький погрызун, а? Прям настоящий уже псина собака. Ну, а ты что волнуешься-то так, а? Как разволнуется прямо это. Аж воздуху больше нахватает, а? Что за ребенок такой суетливый? Прямо куда деваться. Вот Феюшка лежит и кушает все спокойно. Милашенька, на, зайка. Ой, хрюкалка моя, хрюкалка довольная. Вот так вот, перекус у нас. Перекус у нас полезный и вкусный, да? Ну, мастер, целуем, обнимаем и тоже вам много вкусняшек желаем.